Благоустроить территорию вокруг библиотеки, построить новые детские площадки и сделать перерасчет за услуги ЖКХ. Такие решения были приняты на приеме граждан, организованном депутатами партии «Единая Россия» и администрации города. На него пришли более 50 первоуральцев. Много вопросов касалось получения льгот, выплат и компенсаций. Некоторые не входят в компетенцию депутатов. Поэтому на приеме был глава города, сотрудники управления соцзащиты, юристы. Консультации давали сразу несколько специалистов. Не обошли стороной и тему ЖКХ. Так, например, жители трех домов до сих пор получают счета от обанкротившейся управляющей компании. На приеме первоуральцам объяснили, как правильно подготовить исковые документы для суда. Были вопросы, которые касались благоустройства. Городские власти получили более 20 предложений по переносу светофоров, оборудованию пешеходных переходов и прокладке тротуаров. А жители улицы Трубников предложили не только привести в порядок территорию вокруг библиотеки в Корабельной роще, но и высказали желание подключиться к наведению порядка. Эти обращения включили в целевую программу по городскому благоустройству местного отделения партии «Единая Россия». Есть такая программа партийная, которая связана с созданием детских площадок, да, во дворах. И уже очень много дворов, и дети в этих дворах счастливы, потому что такие возможности есть. В этом году мое участие выразилось в том, что мы выделили средства на создание комплексов ГТО в сельских территориях, в Битинке, в Белимбае. Местное отделение «Единая Россия» работает в ежедневном режиме. То есть людям не обязательно ждать вот этого приема. Они могут прийти в любое время в «Единую Россию» с 10 до 4 часов. И им окажут содействие.